Привет, это Планет Крафтер, и мы продолжаем. И посмотри, где мы находимся. А я фиг его знает, где мы находимся. Я не знаю, где здесь, что это за кольцо, его здесь не было. А, так мы вообще очень... Так, значит, ориентируемся по компасу, по лунам. По лунам, да, их тут две штуки. И по звездам, которых нет, но небо есть. Это уже хорошо. Короче, наш дом находится вон там, здесь кратер. Я там уже все оббежал, там толком ничего не было, кроме иридиевой пещеры. Наткнулся вот на это кольцо. Вот тут вот за вот этими буграми там у нас заброшенный спутник, который мы в прошлой серии обшаривали. И тут, значит, я такой бежал и смотрю, опа, нифига себе, что это такое. Ну-ка пойдем посмотрим. А здесь заброшенки и куча всякого хлама, который я сейчас обшарю, который я обожаю обшаривать. Значит, в данном случае мне сейчас необходим в большом количестве уран, потому что в прошлой серии мы поставили с тобой водосборщик, вот такую вот чашу. Коллектор атмосферной воды называется. И у меня сели батарейки, ну, в смысле, мои, как они там называются? Вот такие вот ядерные реакторы сдохли от такого коллектора водосборщика. Значит, сейчас будем искать уран, делать еще один ядерный реактор. Может быть, я не знаю. У меня уже там два ядерных реактора. Может быть, что-нибудь другое уж построить. Более мощное. Туда не пройти. Здесь, о, здесь вот еще что-то. Нифига себе, это что, лаборатория какая-то была? Куча всяких... нет, я думал, это, знаешь, капсулы для сна. Но нет. Пойдем, короче, тот ящик сейчас обыщем. И пойдем дальше. Кораблик, я так понял, точнее, это не кораблик. О, еще один иридиевый стержень. Это у нас, блин, что бы выкинуть. И два урана. Давай сожжем, например, воду выпьем. И сожжем вот эту штуку. Готово. Единственное то, что у меня все сумки опять забиты. Я не знаю, что, куда мне все. Вот еще. Блин, ну как же так-то? Ну как же так-то? Что выкидываем? Давай вот это выкинем, это заберем. Чертежи нам очень нужны. Я что-то еще хотел сказать, но забыл, о чем хотел сказать. Забыл, бывает. Вот, уран. Ну, капец. Что выкидывать? Ладно, вот это выкидываем. Это забираем. Алюминий не нужен нам пока. Вроде заходил в такое маленькое помещение, а тут такое здоровенное. Это нам неинтересно. Иридий можно забрать. Это разбираем. Вот это тоже надо бы разобрать на самом деле. Вдруг я сейчас в панике побегу. Потому что кислород-то у меня кончается. Е-мое, хорошо, что я сейчас обратил внимание. А я запутался, где выход. Выход вот сюда, направо, налево. Кислород кончается. Я сдыхать не хочу, жить охота. Вон там тоже какое-то помещение, хотя, может, это не помещение. Заходим, дышим. Фух, облегчаемся. Короче, я сейчас здесь оставлю весь алюминий. Осмий. Оспа, сейчас обезьянья оспа же ходит. Ужас какой, а. Кстати, не забывай подписываться на Яндекс. Какое синее свечение от этих осмий. Не забывай подписываться на Яндекс.Дзен. Если ты еще не подписался, повторяю, что туда дублируются все ролики с Ютуба. Если вдруг нам отрубят Ютуб, что я, конечно, очень крайне сомневаюсь, что это произойдет. Но всякое бывает в жизни. То, если что, ты можешь меня посмотреть на Яндекс.Дзен. Это же прекрасно, конечно же, прекрасно. А мы продолжаем обшаривать вот это удивительное местечко. Здесь я был, туда не ходил, сюда ходил. Вот здесь вот надо разобрать. И мы проходим внутрь. В ящике я все обыскал, правильно же? Да, здесь я все обыскал. Так, это у нас что? Еще чертеж. Шикарно. Надо будет, короче, поставить здесь исследовательское... Опа, компик можно почитать. Ух ты ж, нифига себе, как, сколько много всего. Год 3034. Сегодня состоялось торжественное открытие врат искривления пространства. А, так это врата, вот эта вот круглая фигня, это врата, через них можно пролетать и, короче, ускоряться. Ясно все. На эту постройку ушло 2 года, и наконец мы смогли бы легко добраться до сектора Изицел Прайм. Но сразу после того, как мы включили главный энергетический реактор, все пошло наперекосяк. Питание немедленно отключилось, все реакторы и стабилизаторы сломались, и в течение нескольких минут космический корабль был необъяснимо притянут к ближайшей планете. Мы испробовали все возможное, чтобы избежать этого, но, кажется, ничего не поделаешь. Весь экипаж сбежал с помощью спасательных капсул. Я подал сигнальное бедствие. Сейчас же я тоже иду в свою капсулу. Какая пустая трата времени, все эти месяцы работы будут потеряны. Я не могу понять, что произошло. Этого не должно было случиться. Ну вот, тем не менее, это случилось. Тем не менее...
Наука опасная штука. Ух ты, а это что такое? А это что такое? Открыть генератор термоядерного синтеза? Хм. Давай сюда, допустим. Нет, уран не подходит. Не подходит. Сюда, короче, нужно что-то затолкать. Что написано? Подожди, давай еще раз прочитаем. Как на... термоядерного синтеза. Что-то термоядерное нужно сюда затолкать. Может быть, в этом сундуке что-то я найду? Да нет, особо здесь нифига нету. Может, титан? Титан. Да, а смысл титан? Титан. Может, как-то эту штуку запустить можно? Осмий не подходит туда. Стержни не подходят. Я уже все туда перетолкал. Вода, еда, удобрения нет. А у меня уже кислород кончается. Пойду-ка я подзаправлюсь кислородиком. Так, значит, ну а пока мы здесь находимся, я предлагаю сделать нам вот такой вот экран для чертежей, чтобы мы могли исследовать их и освободить местечко. Типа, нафига они нам нужны? У нас 3 микрочипа, давай исследуем. Первый микрочип получен, новый чертеж микрочип фонарь Т2. Ух ты. А, у меня же нет этого стола моего творческого. Не смогу сейчас посмотреть, что там нужно. Получен новый чертеж GPS спутник Т2. А это значит, что я смогу больше увидеть карту с высоты спутника, расширить диапазон своей картографии. Получен чертеж и активный ранец Т2. Ух ты, вот это поворот. Вот это хорошо, конечно, это радостные новости. Все, я побежал обратно к этому термоядерному реактору. Может быть, я что-нибудь там найду, чтобы там синтезировать. Значит, вот он, этот генератор термоядерного синтеза. А больше сообщений здесь нету? Нету, блин, что-нибудь. Может быть, этот термоядерный синтез нужен был, чтобы открывать врата? Вполне может быть. Так. А может быть, здесь что-то есть все-таки для него? Для термоядерного синтеза. Здесь я был, да, вроде бы? Сейчас посмотрю, да, здесь я был. Значит, нам идти вот сюда надо. Ух ты. Сколько винтов, сколько всякого. Ничего себе, это что, я сейчас в пещеру какую-то зайду? Давай-ка разберем. Ух ты, нифига себе пещерочка. Вот это да. Куда это я сейчас попаду? А здесь маленький сундучок спрятался. И в нем куча ткани, что очень хорошо. Еда. Но, к сожалению, ничего такого необычного. Угу. Все, получается, здесь мы закончили. Нужно будет исследовать эти врата. Я сейчас еще все полочки исследую. Конечно, фонарик бы получше. То с этим говнофонарем нифига не видно. Здесь есть что? Вот. Вот так-то получше. Не, здесь мы тоже были. Вот сюда еще можно пройти. Слушай. Но здесь не разобрать. А нет, можно раз. А как это разобрать? Подождите. Почему вот эта штука не разбирается? Но я вижу там ящик. Ладно, ящик я открыть не могу. Хм. Вот так вот могу. Ух ты, ё-моё. Ладно, давай жрачку мы здесь оставим. Забираем уран по-любому и ириди. Вот так вот. Туда, значит, не пролезть. Окей. Окей. Значит, все. Получается, здесь мы закончили. Обыск прошел успешно. Я бы даже сказал, отлично, потому что у нас огромная куча урана. Короче, что хочу сказать. Здесь больше никаких помещений нету. Врата дырявые, в них, в принципе, внутрь попасть нельзя. Они как бы полы. А вот ящики вокруг валяются. Но в них как бы тоже ничего интересного и ценного нету вообще. Припасы, ресурсы раскиданы. О, вон там, смотри. Красная пыль. Пойдем слетаем, посмотрим, что там за красная пыль. Если, значит, припасы и сундуки раскиданы, то в каких-то... В нескольких километров, возможно, есть еще сундуки. А, здесь еще одна. Еще одна пещера. Не, пещера, как это называется-то? Каньон. Небольшой такой каньончик. Туда можно спуститься только ради пещеры. Но она, к сожалению, еще не вся до конца растаяла. Я не уверен, что мы там сможем куда-то пробраться. Поэтому не вижу смысла туда спускаться. А вижу смысл отсюда убираться. Тут еще один каньон, да? Ага, вон туда вниз. Мы сюда обязательно вернемся, когда я сделаю реактивный ранец Т2. А сейчас мне бы желательно вернуться на базу. Хотя бы перевал... О, еще один спутник вижу. Блин, сколько тут всего. Карта такая масштабная. О, еще сундук. Нифига себе. Я же говорил, что тут в нескольких километрах есть сундуки. Но как бы тут особо-то и ничего. Дом. Милый дом. У нас, короче, целая куча дел с тобой. Во-первых, ядерный реактор, во-вторых, вторую ракету нужно построить, которая увеличит диапазон видения через нашу карту. Короче, вот смотри, вот эта вот штука, она может быть... Давай, минус.
минус, минус, все. Здесь вот нарисовано, если ты запустишь вот такую ракету, то ты сможешь видеть больше. Если такую, то еще больше. И нужно запустить как бы вторую ракету. Для этого нам нужен стержень. Сейчас мы его сделаем. Мне же хватит на стержень? А, одного урана не хватает. Но это как бы не проблема. О, наконец-то. Мои сумки стали намного легче. Ну вот и готово. Третий ядерный реактор. Теперь наконец-то эта чаша крутится, вертится и собирает воду. Там даже, смотри, оседает роса как будто. Может, уже набралось что-нибудь там? О, гляди-ка, бутылочка с водой есть. А эта бутылочка пока наполняется. Ну, чудесно. Просто великолепно. Вода есть, еще бы еда сама делалась. А то растить растения, это как бы длительный процесс. Значит, что мы делаем сейчас? Я еще хотел сделать измельчитель, но для этого нужен взрывчатый порошок, который я еще не научился делать. Помимо этого, мне нужно было сделать еще лабораторию. Вот такую биолабораторию. Нужен осмий, суперсплав. В принципе, мы можем это сделать. А это что такое? А, лампа. И ракету. Конечно же, ракету. Пойдем посмотрим, что нужно для ракеты. А, подожди, еще. Ранец нужно. Т2. Ранец, Т2. И фонарик. А, нет, это сапоги ловкости. Нет, ранец-то где? Ранец у нас в другом месте. Где-то здесь. Вот он, ранец. Значит, смотри. Суперсплав, сера, осмий, алюминий. У меня, короче, все есть. Сейчас мы сделаем. А сколько прирост будет скорости? 170. Значит, снимаем наш ядерный реактор и делаем Т2. О, божечки, скоростуха, скорости нет предел, беспредел. Так, проверяем. Вот это я понимаю, вот это скорость, вот это мощь. Здесь у нас что добывается? Добывается. Значит, что нам нужно? Пойдем за ракетой. За ракетой. Еще и фонарик надо будет потом сделать. Ну, фонарик это уж такое себе. Ракета, вот это вот нам нужна, реактивный двигатель нужен, и микрочип компаса, 2 штуки. Короче, давай сделаем фонарик Т2. Сера у меня в кармане уже валяется, и делаем. Я надеюсь, что фонарик будет зачетный, лучше светить. Темноту надо найти, темноту, уголок темноты. О, так он намного ярче, не то что тот. Что еще? А, лабораторию, точно, биолабораторию нужно построить. Осмий суперсплав, пошли, короче, в пещеру. Да, осмием. И суперсплав еще параллельно будем искать. Который я здесь уже весь выклинчил. Здесь, по-моему, уже не осталось суперсплава. Это сера. Осмий. Осмий. Вот осмий. Вот. О, как раз 2 штука. Как раз 2 штука. О, даже больше. Но весь тогда и заберем. Всю пещеру обглотал, как говорится. Ну, где будем строить биолабораторию? Наверное, где-то рядышком. Вот здесь вот. Вот здесь вот мы ее воткнем. Ух. Вот, а входная часть у нас, ну как бы ее нету. Входную часть делай где захочешь. Двери поставлю вот здесь вот, входим. Ух ты, красота-то какая. Красотища. Компик даже есть, ну-ка давай посмотрим. А, вот тебе, пожалуйста, и взрывчатый порошок. Сколько всякого интересного. Образец бактерий. Водоросли, водоросли, водоросли. А где мне водоросли взять? Я где-то могу водоросли забирать. А не с Мильнелли ли она собирается, вот эта вот часть водоросли? Хорошо. Самородок. Биопластика. У меня такое есть. Удобрение понятно. Удобрение Т2. Взрывчатый порошок и мутаген. Мутагенный агент. Используйте его в манипуляторе ДНК. А у меня здесь есть манипулятор ДНК. Я думаю, что мы его в скором времени построим. Потому что здесь ни черта нет. А что дает вообще оно? Энергия минус 40, а как бы здание больше ничего не дает. Это просто лаборатория. От нее толком-то... Значит, взрывчатый порошок. Что я могу со взрывчатым порошком делать? Да, ну конечно же, я могу делать вот такой вот измельчитель. Ладно, что, погнали за суперсплавом. Нужно его поднабрать побольше. И заодно сбежим в новое местечко. Там уже должны были льды растаять. Пойдем к разрушенному кораблю, у которого мы появлялись в бета-версии. Ну да, лед здесь потаял. Ого, какие тут кристаллики-то. Погоди, так это не проходная пещера, это пещера к Оспию. Ничего себе. А здесь еще лед не потаял. Блин. Вот это достать можно? Нет, достать нельзя. Хм, жалко, здесь суперсплава нету. Почему здесь куча серы? А здесь еще лед тоже не потаял. Эх, как все долго. Значит так, вон он тот корабль. Идем туда. Не напрямую, а извилистыми путями. Мне еще интересно, вот тут камни так интересно сложились. Посмотри, что там. Что же там, что же там? Возле этого камушка.
А здесь, походу, ничего интересного. Просто так камни упали. Можно, конечно, подняться. О, король лев. Ладно, все, пошутили, хватит, побежали. О, сундучок. Что-то нам откроешь, что-то нам покажешь. Еду можно забрать, а все остальное в топку. Блин, как здесь место это переработали кардинально. Да, мой старый друг, кораблик. Еще один сундук с едой. Давай сожрем что-нибудь уже. И скоро уже пить надо. Водички бы кто-нибудь мне оставил. Старый добрый друг, мой космический корабль. Да, в бетке мы его облазили весь. Весь. Блин, конечно, жалко, что потемнело. Я думал, я здесь еще днем успею полазить. Вот на этом корабле, на крыле, вроде бы говорили, что есть сундук. Вроде бы как на этом корабле, хотя не факт, что на этом. Ты гляди, я провалился под корабль. Ха-ха-ха-ха-ха. Я под кораблем. О, здесь тоже этот генератор. Подожди, а я могу сундуки открывать вот так вот? Нет, жалко. Жалко, не могу. Было бы прикольно. Вот он, сундук золотой, о котором говорили, золотишечка. Прям так и написано, золотой ящик, так он выглядит как золотой. Ну подожди, надо кислород сейчас бахнуть и водички попить. И что же в нем? Золотая статуэтка, золотое семя, ничего себе. Короче, все это забираем, его еще разобрать можно. И что я получу? Алюминий и суперсплав, ну хорошо, очень даже неплохо. Ну здорово, золотой сундучело, нашли мы его. Нашли. Здесь больше нигде ничего не может быть. Ничего золотого. Блин, почаще бы такие сундуки находить, а? Жалко, что больше я таких не видел. Я думал, что золотой сундук это просто, ну, выдумка, знаешь, миф какой-то. Но нет, они есть, они существуют. Ладно, пойдем внутрь, посмотрим, что внутри. Посмотрим, что внутри. И проверим мой новый фонарик. Он, кстати, неплохо светит, я тебе хочу сказать. Прям-то хорошо все видно. Что у нас здесь? Ткань заберем, суперсплав нам теперь очень нужен. И у меня уже забит весь мой рюкзак, что не очень хорошо. Будем выкидывать ненужные ингредиенты и ресурсы. Это надо разобрать. Ух ты! Здесь у нас генератор тепла. Разобрать, конечно же. Сейчас с него иридий должен. Иридий выпал. Короче, железо выкидываем. Железо, титан, железо. Блин, титан, конечно, зря, наверное, выкидываю. Титан, давай обратно. Вот тут посмотрим, что у нас. О, микрочип, это очень хорошо. Ага. Пошли дальше. Здесь мы все облазили. Идем сюда. Разобрать. Путь у нас раздвоился. Налево и направо. Куда пойдешь, смельчак? Ну, ё-моё. Ладно, уран забираем. Водичку бы тоже не помешало. Еду давай здесь оставим. Еду. Еду вот здесь вот оставим. У нас ее в достатке. Воду забираем. Иридий. Да и иридий, в принципе, нам не нужен. У нас там рядом иридиевая пещера есть. Так что вот так вот оставим. Все здесь оставим. В этом ящичке. И если что, вернемся. О, два ящика. Ничего интересного. Алюминий можно взять. Ткань заберем. Воду возьмем. Блин, ну золотое семечко я хочу посадить и посмотреть, как оно будет расти. Прям дико хочет. Да ладно, метеоритный дождь, серьезно, как давно его не было. Обалдеть. Обалдеть, он реально падает. Ух, прям на этот корабль. Короче, пока шел метеоритный дождь, вернулся на базу. Подрасчехлиться немножко и изучить вот эти вот микрочип, который нашел. Так, значит, скорость добычи Т1 микрочип. А у меня разве не... Получен новый чертеж, большой жилой отсек. Ух ты, круто. И вот это что у нас? Получен новый чертеж, витрина. Куда мы и поставим благополучно вот эту золотую статуэтку. Балдежно. Все, возвращаемся снова на корабль. Нужно его зачистить за сегодня весь. Итак, в прошлый раз мы пошли направо. Теперь мы пойдем налево. Посмотрим, что у нас здесь. Где-то должен быть этот генератор синтезируемый. Там чего-то там, бла-бла-бла-бла. Тут нифига интересного. Давай, разбирай. О, снова вижу этот теплогенератор. Можно его разобрать. Он такой большой, можно его разобрать, но мне некуда девать материал. Алюминий заберем и идем дальше. Вот он, этот генератор, и есть еще компьютер. Что же здесь-то генерировать-то можно в этом генераторе? Может, ДНК какой-нибудь, а? Термоядерного синтеза. Ладно, посмотрим, что в ящиках. Фигня-фигня, суперсплав забираем. Фигня-фигня-фигня-фигня. Везде фигня. Фигня. Раньше эти ресурсы были прям на вес золота, а теперь для меня это все фигня, понимаешь? Понимаешь? Ой, здесь что-то такое интересное, на принтер похоже.
Здесь тоже на принтер похоже. Сейчас в компе почитаем. О, еще чертеж какой-то. Вроде бы здесь все ок. Давай почитаем. Грузовой корабль Сирелия 4. Журнал бортооборудования. Оборудование номер 436. Сегодня утром, когда мы находились в 17-м дне космического путешествия, к Стигмару. Блин, кислород. Фух, чуть не задохнулся, пока книжку читал. Значит, к Стигмару корабль необъяснимым образом вышел из гиперпространственной скорости. Инструменты навигации сошли с ума, и вся мощность корабля упала, как будто он был истощен чем-то внешним. Мы собираемся попытаться совершить аварийную посадку на этой планете, на которую никто не поверил. В смысле не поверил? На которую никто, может, не надеялся? Я не уверен, что мы там найдем что-то похоже на поверхности сильный шторм. Надеюсь, у нас все получится. Ну, как мы понимаем, блин, здесь столько кораблей попадало, да? Может быть, хотя бы скелетов, мумию понаходить? Или все отсюда выбрались каким-то непонятным образом? В общем, все это как-то мутно странно. Очень странно. Все получается, корабль я обыскал. Жалко, здесь этих не нашел, реактивных двигателей. Из них можно было бы сделать еще одну ракету с GPS-датчиком и запустить их в космос. Окей, выходим тогда отсюда. Короче, собрал все материалы и все ресурсы для ракеты Т. Нифига себе, смотри, GPS-спутник Т-3, он требует суперстержень и суперсплава. Как такое сделать, я пока еще не умею. Короче, GPS-спутник Т-2, пожалуйста, вот он, здоровенный. Знаешь, что я хотел? Попробовать на него взобраться. Блин, куда-нибудь сесть, типа вот так вот. Сейчас попробую это сделать и улететь вместе на этой ракете. Получится, интересно, или нет? Вот очень хотелось бы. Значит, запускаем ее. Блин, я упал. Нет, короче, на ракету взобраться нельзя. Как-то странно она полетела, смотри. В смысле она падает? Что произошло? Почему она упала? Куда ты полетела, дорогая моя? Что с тобой происходит? Что-то с ракетой не то. Блин, ее надо выпрыгнуть. Походу из-за того, что я на нее пытался. Давай. Лети в космос. Блин, ну она же улетела, наверное, да? Так, ну типа она улетела. Ок. Смотрим. Я запустил. Так. Вот, да. Все, слава богу, работает. И здесь я уже вижу больше. Недостаточно, конечно, но уже больше. Вот на этом корабле мы были, здесь мы были. Туда мы тоже ходили, вот мой жилой модуль стоит. Ну, прикольно. Конечно, ракеты, я думал, что она сейчас бомбанет, и все ресурсы с нее поразлетаются, и заново придется строить. Это, конечно, эпично было бы. Прикинь, вот для такой витрины нужен суперсплав. Зачем? Для чего он там нужен? Объясните мне, пожалуйста. Ладно, раз с витриной у нас есть небольшие сложности в виде суперсплава, который сейчас проблематично достать, я его весь уже израсходовал. Мы построим тогда флоростенд B3, вот здесь вот, и посадим золотую семечку, которую мы достали. Вот такую вот. Ух ты, прикольный цветок, красивый. Ничего не скажешь. До меня только сейчас дошло, я решил дойти до своего стенда этапы терраформирования. И тут написано, следующий этап — это озера. А для озер у меня совсем как-то, ну, проблематично. Нужно жидкость где-то доставать. А жидкость — это что? Это дождь. Короче, если будет озера, в них будут водоросли, которые я буду доставать. Логично. Вот оттуда-то и берутся водоросли. Посажу еще сейчас травушки немножечко с этой стороны. Может, это как-то поспособствует созданию озер. Вот так вот. На этом дождливом, прекрасном вечере мы закругляемся. Если понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. А мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что до встречи!